500 калорий. Причем речь идет о емкости с попкорном среднего объема, а некоторые ведь предпочитают кинг-сайз. И это еще что, в стандартной порции воздушной кукурузы содержится 60 граммов насыщенных жиров, а это втрое больше дневной нормы человека. Но вместе с тем есть в попкорне и свой бонус. Он нереально богат.